Реакцию на ту информацию, которую поведал оккультист в фильме «Черная метка оккультиста», я бы поделила на 4 типа. Реакция первая. Да, я знаю, что это правда. Ну, тут хочется сказать, это прекрасно. Во всяком случае, сознание ваше не будет сопротивляться. Да, страшно. И мне страшно. Но еще страшнее оставить все как есть. И продолжить жить, зная, что у тебя были инструменты исправить. А ты ими не воспользовался. Реакция вторая. Это всякого рода оскорбления. Слушайте, ну это даже комментировать не хочется. Это либо совсем запуганные люди, которые пишут от дикого страха. Им страшно признать, что это правда. Потому что если они признают, то с этим нужно что-то делать. А они по своей природе трусы. Либо люди недалекие, оторванные от реальности. Третьи пишут: да, мы согласны, что где-то там есть такое, но у нас точно нет. Скажу честно, я пока смотрела фильм, у меня постоянно мелькала такая же мысль. Почему так? Ну, если я признаю, что это происходит со мной, значит, надо что-то с этим делать. Любое сознание, оно очень трусливое и ленивое. Поэтому, ребята, не тешьте себя иллюзиями. Это глобальный бизнес. Да, я соглашусь с тем, что рядовые батюшки не в курсе того, что творят их руководители. И, вы знаете, есть прекрасные священнослужители, которые искренне любят Бога, которые пришли в церковь для того, чтобы Ему служить. Но, камон, ребята, у них строгая иерархия, они подчиняются руководству, закупают материалы там, где им скажут. И если они этого не сделают, то приход пустует. Товарищи четвертые, докажи. О, ребят, это мое любимое. Все, вынь да положь. А самим слабо? Я уверена на 100%, что если вас обложить доказательствами, вы все равно не поверите. Ну, такая это категория людей. И у меня, кстати, к вам встречное предложение. А вы докажите, что это не так. Ну, а если серьезно, то наша задача создать общественный запрос. И не наша задача собирать доказательства. Это задача правоохранительных органов. И те, кто говорит, что они не будут этого делать, вы глубоко ошибаетесь. Вы думаете, у них нет детей? Или они спокойно среагируют на всю ту информацию? Будут, но для этого мы с вами должны создать общественный запрос. И когда об этом будут говорить все, то никуда они не денутся, они будут собирать доказательства и что-то с этим делать.